No hard feelings, guys, but this is my gig. Trust me, Nero. This one's gonna be a little too much for you. Всем привет, с вами Роботлев, и мы продолжаем проходить Devil May Cry 5. Так, 120 тысяч, значит, да? Что у меня здесь? Это самый лучший скилл, да? Овердрайв, может быть, да, но в этой миссии мы получим еще одно оружие, спойлер. И его я прокачать, я думаю, побольше хочу. Хотя вот, 7 ДТ, 9000, 18, вот, блин, вот это надо купить. Эта миссия, это неплохой вариант, чтобы показать, как работает квадрупл С, который у меня не куплен, блин. Окей, орбов немного у меня. Оказывается. Так, квадрупл С надо купить. Ладно, но я не уверен, что я смогу его показать. Я буду очень пытаться. Ну, поехали. А неплохая эта миссия, потому что здесь лежит куча белых орбов. И еще тут немного левел дизайн. Так, я думаю, я все это потрачу в СНДТ. Да, тут уже можно практически полные две полоски собрать. Да, вот. Одна готова. Так. Дай. И сейчас вторая будет готова. Они тут вообще повсюду. И тут есть несколько проходов, взаимоисключающих. И я не помню, где что лежит. Так что, возможно, я пропущу что-то хорошее. Так. Ну все, обе полоски ДТ. Я думаю, сначала лучше добраться до Triple S, потом уже зажимать кнопку. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим, насколько прямые мои руки. Кстати, броском мечей можно бить. Поехали. Получай. Не. Не знаю, почему ты на того согрелся, но ладно. Поехали. Окей, S уже есть. Дабл S. Трипл S. Так, главное сейчас. Раз, два, три. И выходим. Вот как работает квадрупл S. Он очень мощный, очевидно. Если вы можете поддерживать трипл S. И можно делать так, только надо спамить сейчас кнопку ДТ, чтобы выйти из него нафиг. Чтобы он мне не потратился. Спам, 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 спам. Окей, вышел. Фух. Возможно, он автоматически выходит. Но рисковать я не хочу. Потому что если его оставить так, то вы останетесь в нем навсегда. Ну, на 10 секунд. Нет, Трикстер, нет. Ты меня предал. Так, куда иду вообще? За золотой орбой, видимо. Так. Полоски у меня полные все еще. Отлично, очень полезно, да, спасибо, благодарю. Так, и совсем... Теперь не совсем полные. Так, а вот красные орбы мне очень даже нужны, оказывается. Ну, я думаю... Прям очень важных ударов там не будет на пушке новой. Но все равно купить хочется. А, кстати... Насчет орбов. А ну-ка давай, орбы. Так, я... Да. Она в шляпе. Главное сейчас саму не получить в лицо от этого, например. Так, ты там что-то творишь? Не надо это делать, пожалуйста. Я не знаю, что я делаю, но... Я буду продолжать это делать. И вот этого делать. Дабл С. Чё-то... Нет. Минус дабл С. Ну, поехали. Так, а эти две сдохли уже? Так, давай не будешь ты только прыгать на меня. А я пока тебя буду избивать. Блин, шляпу выкинуть на него. Держу шляпу. Только не прыгай на меня. Нет. Не прыгай. А, минус 500 орбов. Это цена жопы.
Так, выходи из ТТ, пожалуйста. Спасибо. Так, внутри пилос у меня был, но я как-то не заботился о квадруплос. Так. Я сюда. Я сюда говорю. И вот сюда, хорошо. Так. Можно, естественно, пойти вот сюда, а может пойти вниз. Так, а внизу там есть что-нибудь? Тут вроде бы где-то либо секретная миссия, либо синяя орба. Хм. Давайте пойдем сюда. Потому что на первом прохождении я... Я упал. На первом прохождении я ее не нашел. И, скорее всего, я пошел в другом направлении. Так что путем логической дедукции я заявляю, что синяя орба здесь. Возможно. А может и не здесь. Но я надеюсь, что она здесь. Хорошо. Трикстера обратно. Так, это сменить. Хм. Орбы полные, но я их все равно собираю, потому что они мне нужны. Хм, ну, в принципе, за прохождение этой миссии я получу достаточно много орбов. Я надеюсь. Так что все должно быть в порядке. Должно ведь быть. Так, тут еще ребятки. Давай посмотрим. А, это вы, ребятки. Так, ты, может, сломаешься, нет? Ой, ты уже совсем это сломался. Прям навсегда. Ой, это... Фьюри, привет. Я его законтрил. Так. А, блин. Да ё-мо. Так, парень. У нас тут с Фьюри дуэль будет сейчас. Так что это, уходи, пожалуйста. Да, вот так уходи. А теперь Фьюри. Получай. Раз, два, три. Да, и он падает. Ну, в принципе, я вроде попал. Ну, чё ты там ходишь? Давай, иди сюда, мать. Блин. Приходи с понятной стороны, чтобы я знал, куда назад жать. Вот так. Молодец. Хороший Фьюри. Получай. Да, тут, конечно, до квадруплос было далеко, но я его показал, все, я спокоен. Моя миссия выполнена. Так. Ага, интересно, что здесь? Здесь орбы. Как неожиданно. Хм. О, там большие орбы. Кто-то подключился еще. Так, я просто так здесь. Не обращайте на меня внимания и не ломайтесь. Пока что. Спам! И... Ваншот. Проще не было. Так, ты там тоже не ловись, пока я, возможно, тебя буду использовать. Так, а здесь... Блин, где она? Где эта секретная беседа, твою мать? Там, до туда я не допрыгну. Давайте сюда. Хотя, блин, я, наверное, сюда и на первом прохождении пошел. Или нет, я не помню, твою мать. Давайте вот все-таки сюда. Да, я знаю, увлекательный геймплей. Но я реально хочу знать, где эта фигня. Еще тут хилки. Да, хе-хе, я ее нашел. Сейчас я ее не пройду, да? О, а это я... Возможно, это можно пройти, а возможно, нет. Это особенная миссия. Особенно она тем, что она основана на шляпе. Надо собрать 800 орбов. И, я надеюсь, вот эта камбуха не будет никого убивать. Раз, два. И стой на месте, потому что... Да, отлично. Эту камбуху можно проводить бесконечно. Потому что до последнего удара она не убивает. И, собственно, можно бесконечное количество красных орбов доставать. О, хорошо. Спасибо. Так, а теперь убирай это, пожалуйста, и... О, привет. Давно не виделись. Очень рад тебя видеть. Давай познакомимся. И мне тоже очень приятно. Так. Окей, здесь что-то, наверное, есть. Я вообще не помню, как это
миссия устроена, если вы не заметили. Здорово, вы откуда вообще там взялись? Ребят. Ребят, вы чё? Да, идите нафиг. Блин. Сурдмастер нужен. Да-да-да-да-да. Получай. Нет. Хорошо. Так, Трикстер. Я сказал, Трикстер. Вниз. Да блин. Спам. Да блин. Почти спам. Бум. Окей, для двух врагов. Неплохо. И 500. Нормально. Так. Где я? Я иду вниз, наверное. О, я в ролях два раза. Уиу. Кстати, я это не показывал, потому что это в конце миссии было, но те люди, которые появляются в ролях, их можно оценивать. И за оценку дают золотую орбу им. И если вас оценят хорошо, то и вам дадут орбу. Кто там? Так, камера, почему ты вниз не вертишься? Здорово. Ну-ка, лови. Давай, орба. Так, и никто не подходите. Вы меня не видите. То есть я вас не вижу, вы меня не будете бить. Все логично. Так, там кто-то. Ауч. Это было не обязательно, товарищ. На. Получай. И ты получай. Помнишь этот джамп-кэнсил? Так, ну-ка. Ты где? Ну, ё-моё. Это такой крутой враг. То, что он постоянно валит. Очень весело с ним сражаться. Без того оружия, которое его по-настоящему контрит. До свидания. Там этот грифон орёт. Мой грифон, вообще-то. Так, на руки давай, почему бы и нет. Хотя, наверное, я заряжусь. Так. Вот так. И тут еще одна битва, насколько я помню. Это я помню. Привет, парень. А ну-ка, получай. Окей, ты что-то плохо получил, мне кажется. Не хочешь еще получить? О, как он хочет получить-то. И еще. Ах, ты офигел, что ли? Да, ё-моё. Окей, вроде ты стал. Так, парень, ты это, падай, пожалуйста. Ты тут не нужен никому. Так, так, куда ты свалил? Блин. Руки. Руки, Трикстер, не туда. О, неплохо, неплохо. Хорошо. Нет, там глаз. Там глаз. Помогите. Сурдмастер, поехали. О, унижена. О, все, парень, ты один остался. Так, почему мой таунт не работает? Так, давай, триплос. Раз, два. Блин. Промазал немного. Ну ладно, и так сойдет. Окей, не успел еще раз. Нормально. 5600. Я думаю, у меня будет S. Не знаю почему, но мне так кажется. Так, и вот оно. Все, по аренам с врагами. А я там ничего не пропустил. Но у меня обе полоски готовы. Красную орбу, конечно, пропустил, но ладно. Так, мне надо что-то качать. Но я могу, но я не хочу. Здесь больше ничего не осталось, так что... Пистолет и меч, сордмастер, трикстер, думаю. Ладно, поехали! Опа! Ну, привет, давно не виделись.
Only kings of the underworld may enter these gates. You shall not pass! Oh, okay, Gandalf. Hey, I remember a stinky little pooch just like you. You insult me, foul scented creature! Да, он примерно так же и говорил. То есть все одинаковые, видимо. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. Да, классика. You have fought Arkin in the past. And I am king of the Cerberus tribe. They were weak, but we will feast on your flesh. А я как бы тоже не в начале игры. Окей, а вот это что-то новое. So, you're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come. Неловкая пауза. ты что делаешь? Да, не горячись. Все-таки вы... Не все одинаковые. Нет. Ну, этот чел. На него хорошо работают камухи в воздухе. Ауч. Если их, конечно, правильно делать и не попадаться на его простейшие атаки. Сюда иди. Нет, я ведь прыгнул. Ладно. Как хочешь, парень. На, у меня мотоцикл есть. Демонический мотоцикл. Да я мать. Окей, и так сойдет, я, наверное, думаю. Еще стоит. Нет. А, ты что-то это... Что-то плохое делаешь мне? Не нравится. А ну-ка это, получай. Уходить, пожалуйста. Так, Трикстер. Ты что делаешь? Не надо. Пожалуйста, ты ведь только переключился. Так, там-то не станься. Окей. Не делай. Это что было только что? Впервые вижу. Какой роллгап, ты наркоманша. И что-то я немножечко урона наношу тебе. До свидания. Ну, поехали. Оп. Наверное, стоит завязать вот эту вот фигню. Так, а что у меня есть? У меня есть стан. И у меня есть камбуха. И особо больше ничего. Так, у меня есть вот эта вот фигня. Получай. На квадрупл S я как-то надеяться не хочу больше. Особенно учитывая, как у меня сейчас это все идет. Так, получай. Да, как? Нет, до свидания. Ну что, ты опять будешь плеваться всякой фигней? Ну конечно. Ты ведь видишь, что это не работает. Нет. Ха. Неплохо. Я вспомнил, как это делается, видимо. Ты опять творишь фигню? Ну зачем? Я, конечно, понимаю, что фигня сама себя не сотворит. Да, нормальный босс Бейл. Ты, конечно, наверное, получше будешь, но все равно. Кстати, он еще на Берила гонит. Не знаю, он это сделал уже или нет.
Да, у этого чувака немножечко побольше хп. Потому что, видимо, игра решила, что вы получили супер ДТ. И вам можно супер крутых боссов давать. Офигеть, я вообще не дамажу. Это ведь нормальная сложность. Чего вы от меня хотите? А, я думал, я переключился на ноги. На ноги. Лок. Вот на ноги. И что ты делаешь? Нет? Дай мне ногами тебя побить. Мать твою. О, ну, мать. Рикстер. Окей, парень. У меня уже есть эта штука. И мне кажется, тебе жить осталось недолго. Ой, там что-то было. А, нет, я так не думаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Мотоцикл тебе. Ну ладно, я. Хотя. Ну-ка, сработает? Ха-ха, сработало. Раз, два, три. Готов. По морде, конечно, лучше получается. Но там опасно. О, 5700. Неплохо. Шо, опять? Это уже было. Дайте что-нибудь новенькое. О, а вот это новенькое. И вот это новенькое. Окей. Тогда можно. И вот это я буду качать. Guess I'm the first one here. I like that. Ну, понятно, те двое там тормозят. Итак. С. Неплохо, неплохо. Так, и 47. Да, я думаю, я надеюсь, этого хватит, потому что я совсем не помню, сколько там чего стоит. Но я думаю, пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.